Почему в Африке не бывает снега? Потому что там всегда тепло. Там очень превышенная температура. И там нету дождя, там нету снега, там очень жарко. Потому что там жарко. И там куча песка, снег там быстро растает, не успеет даже выпасть, как уже растает быстро. Там всегда жарко и тепло, и никогда снега нет. Там в Африке нет ничего. Там просто солнце. Там солнце и песок. Потому что там много животных и песок, и снег быстро растает на песке. Там еще и звери. Потому что там жарко в Африке. Еще там нету воды, потому что там очень жарко, и если есть вода и очень жарко, вода поднимается вверх, и там даже ветра нет. О чем можно говорить с инопланетянами? Про мозги, про планету, хотят они захватить планету или нет, и как живется в космосе. Как дела? О планетах. Потому они страшные и прилетают нам домой, когда мы спим. Про тарелки и про других инопланетян. Чтобы они улетели обратно. Я думаю, что они просто забирают людей, вот так привозят, прилетают и вот так забирают людей с кровати. Как вы там живете на Земле другой? О космосе. Как-то показывать пальцами. Кто такой геолог? Геолог – это даже не знаю кто. Геолог может идти по дорожке, чтобы он не приходил в гости. Профессор? Это такой человек, который что-то, например, ищет, наблюдает, ищет там. Я думаю, что геолог – это обычный. Я такая, чтобы могу, чтобы вы закрыли уши. Это профессия, я думаю. Я думаю, что это врач. Это или доктор, или который, зубной, который зубы вырывает. Зубы вырывает. Я думаю, он скелеты там ищет. Что это? А, это числа. Числа вот эти 2, 3, 4, 5 там есть. Это цифры. Это какие-то математичные знаки. Какая-то игра математичная. 1, 2, 3, 4, 5. Это легкая игра. Легкая игра? Это чтобы играть. Я знаю, как мне играть. Надо неправильные цифры положить, а потом будет угадывать какой-то ребенок. И будет ставить правильные цифры. Цифровые какой-то кубики, как будто пазлы. Чтобы научиться считать, думаю. А я не умею считать. Прошлые цифры, которые были давно, очень. Играть правильно, расставить. Надо их сложить по порядку, наверное. Можно сложить там 9 плюс 5 или 11 минус 5. Так. Это такая игра, которую тут надо переставлять цифры, чтобы было 1, 2, 3, 4, 5, все по порядку. Одного числа не хватает. Мило, все по порядку. Спасибо, я люблю эту игру. Вот у нас тоже есть такая дома игра. Такой нет на школе. Как тебе, вкусно? Это же вкусно. Розовый этот вкус мандарины. Я кушала мандарину. Желейка, мармелад, нравится. О, мармелад. Мармелада. Я думаю, что это какая-то мармеладная конфета с пудрой. Сладкая и с посыпкой. Сахарная пудра. Это вкусные мандарины.
И что все кушают мандарины? Но не вкусная вообще. Мягкое желе с пудрой. Ну, где-то в сахарной пудре вроде оно. Похоже на пряники. Ну, мне... Я девочка, а мне нравился розовый. Мне вот это понравилось. Мне это. Сладкое. И вкусное. Как к зубам прилипает немножко. Нельзя часто это есть. Ну, сладко вкусно. Ну, это какая-то мармеладка. Изюм, когда посахарили какие-то люди сахаром. Да, вредно. Мусором можно есть.